Всем здравствуйте, это очередной выпуск программы «Мозголомы», который уже готов к выходу. Сегодня вы увидите очень интересные ответы на наши не менее интересные вопросы, так что погнали. Если будущее всегда за нами, что тогда впереди нас? Будущее за нами, не за нами, а за нами. Будущее не может быть за нами. Да за нами, боясь, за нами. Вообще не понимаю, что происходит. Не за нами, не за нами. Не географически за нами, а за нами будущее. К сожалению, ничего, как-то беспросветно оно все. Вот оно, уныние. Получается, боже. Парень, вообще с сумасшедшей логикой. Прошлое, жизнь, новое. Новое, лучше, лучше, да. Сложно ответить на ваш поставленный вопрос. По-любому на пятерке учится. Какие проблемы с сердцем могут быть у бессердечных людей? Когда тебя ничего не болит, а человек мертвый, значит он труп. Отсутствие проблем – это очень опасно. Синдром разбитого сердца. Ну, это и есть такой диагноз. Ну, полное отсутствие сердца. У вас нет сердца. Никаких, у них нет сердца. Я с ней согласна. Вот у них же нет сердца. Не чувствуется любви, например. Как найти грань между тонким и плоским юмором? Тонкий юмор – это оригинальный, а плоский унижает человека. Упал, значит, сотник уже. Значит, юмор тонкий. А прошелся нормально, значит, широкий, плоский, значит. Ну, грань настолько мала, что если один человек может пошутить, два человека могут пошутить одинаково, но один будет считаться тонким юмором, а у другого уже плоским. Все запомнили, да? Это очень трудный вопрос. Юмор должен быть тонким, не вызывающим смех. И все, и ушло. Ну, над плоским юмором нельзя посмеяться. У Кати два яблока, а у Лены две дыни. Кто из девушек привлекательней? Я вообще к женщинам спокойно отношусь. Но мне нравятся больше женщины с большими дынями, если честно. Хотелось бы пощупать, в общем, так. А там не важно, яблоки, дыни. А почему как? Лена... Я как настоящий мужик за дыни. У Лены дыни больше. Девчонки, носите дыни. И она что-то там таскается с двумя дынями, а это с двумя яблочками. Ну, дыни-то вкуснее. Это надо у мужчины не спрашивать. Зачем мыть руки, если деньги липнут к грязным рукам? А зачем грязные руки, чтобы к ним липли грязные деньги? И не только грязные руки иметь, но еще и грязные деньги. Какая пакость. Все, с сегодняшнего дня не моемся. Как отбирать-то будешь? Ну, наверное, для личной гигиены. Дело не в деньгах. Видимо, дело в руках. И зачем? Не надо мыть руки. На клей. Она мне предлагает клей. Чтобы денег не было. Деньги не главное. Главное – любовь. Да, счастье. Перед едой. Дальше мы к нам липнут деньги. Я тут мучаясь стою, а вы мне задаете вопросы прикольные. Хотя в них есть доля серьезного и очень важного, мне кажется, в нашей жизни. Поэтому спасибо вам за вопрос.